Здравствуйте! В эфире прогноз погоды в студии Муза Черепанова. В четверг, 17 августа, в Кызыле днем облачная температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Вечером и ночью дождь плюс 16, плюс 17. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Давление 706 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неспокойное. Относительная влажность воздуха 58%. Местами по республике Тыва ожидаются грозы, сильные дожди, град. Усиление шквалистого ветра 15-20 метров в секунду. Всего хорошего. До свидания.